помешали. Поехали домой. Дмитрий, проходите. Твою мать. Дим, да тебе просто укольчик вот так вот сделают и все. Пойдем со мной. Дим, ну что, шаттл запускаем? Иди давай. А это не больно? Нет. Все, Дмитрий, у вас осталось 5 уколов. Так это ж пятый был. Не, Дима, первый был. Вот, милая, будешь водичку? Нет, слушай, Дима, ты помнишь, что сегодня укол надо ехать? Вау, вот по поводу вот этих уколов я хотел с тобой поговорить. Весь день сегодня мониторил эти уколы. Там такие побочные эффекты. Там и на почки, и на печень влияет. Там даже людей подташнивает. Меня реально сейчас подташнивает. Сильно подташнивает? Сильно подташнивает. А как укольчики называются? А, укольчики у нас называются... Укольчики, да. Иди ты нахрен со своими укольчиками. Наивный, ты все равно сегодня на укол поедешь. Косой! Хорошо, хорошо, ладно, ну ты позвони. Блин, телефон сел. Слышь, встал на наше место. Короче, я пойду разберусь. Сиди, сиди, я сама разберусь. Слышь, машину свою убрал, ты наше место. Образки, испарись отсюда. Алло, гараж, я сказала, машину убрал. Утин очень золотой. Кто это же? Вообще-то, это мое место. Белые розы. Иди, разберись, ты ж так рвался. Слушай, мне реально жалко его стало. Да вон там, вот другое место есть, поставим и все, ладно? С ними сделал с ним. Ну, пойдем туда сходим еще. Ой, я тоже хочу жвачку, дай мне. У меня последняя осталась. Могу половинку дать. Блин, чуть не уронила. Ого, ты шустрый. А то. Как водичка в унитазе. Чего ты мне перестал подарки дарить, сюрпризы делать, внимание уделять вообще? Ты раньше вот цветы мне, например, дарил почти каждый день, а сейчас только на 8 марта и на день рождения, и все. Подари мне цветочки, ты слышишь, цветочки подарить, а? Цветочки, 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 цветочки. Дари мне мои цветочки, мои любимые цветочки. Ты что, не знаешь, какие мои любимые цветочки? Да знаю я, Ал. Ал, пойдем. Давай еще чуть-чуть посидим. Да полчаса уже сиди. А ты мне поможешь? Просила цветы, сама и таскай. Пойдем. Лиси, вообще просто капец как. Ал, чё ты встала? Я устала. Дим, ну я же ни разу на них не стояла. Ал, тут все просто. Встала и поехала. Короче, давай так, я тебе сейчас все покажу. Смотри. Просто. Мила, все правильно делаешь, я точно так же начинал. У меня уже почти получилось. Молодежь, помогите, пожалуйста. Получается. Фу, короче, я вообще накатался. Супер, а ты как? Я тоже накаталась. Слушай, на скейтборде же ты еще не каталась. Завтра на учебу! Только не скейтборд! Мила, я хочу кукурузу. Мила, давай только не кукурузу, пожалуйста. Давай там, я не понимаю, кофе, блинчики, не знаю, напитки какие-нибудь, вату, но только не кукурузу. Я хочу кукурузу! Господи, я никак не могу привыкнуть, что ты ее так жрешь! Че за... Да Ника смешной смайлик мне прислал. Что такая Ника? Ну, 100 раз тебе рассказывал. Девочка Нойка, которая к нам пришла. И че-то я с ней еще не знакома. Фух. Забыла, как я тебя с Настей познакомил? А с Мариной? С Аленой. Помнишь? А Валентину Ивановну я даже вспоминать не хочу. Нет, дорогая моя, хватит с меня этих знакомств. Ладно.
Всем привет! А я вам тут пироженки испекла. Вау! Вау, мои люб... Сначала Ника. До вечера, милый. Дима, это очень противно. А я только начал. Нажрался. К себе, ко мне. Эй, алло, я твоя жена. Докажи. Не убедила. Дим, да не слушай ты этих баб. У тебя их 100 еще будет, а друг один. Пойдем. Друг правильно говорит.